Старого кота выгнали на улицу. Питомец страдал и бросался в ноги каждому встречному. Рыжий кот по кличке Пушин не знал ни голода, ни холода. Он много лет жил в семье. На счастье его жизнь перевернулась. Пушин жил в своей семье очень много лет. Был любимым, не знал ни голода, ни холода, ни опасной улицы. Но однажды хозяева вышвырнули его на улицу, а вместо старенького кота завели симпатичную чихуахуа. Ненужного кота выгнали на улицу. Пушин не был готов к такому предательству. Бедняга целый месяц скитался по подъездам и подвалам, как мог, искался крышу над головой. Коту выживать на улице было крайне сложно. Он бросался под ноги каждому, умоляя о помощи. К счастью, на его пути повстречалась добрая девушка, которая не смогла пройти мимо. Сабина отвезла кота в клинику. У Пушина выявили проблемы с сердцем, лишай и поврежденные лапы. Несмотря на почтенный возраст котика, все же можно было вылечить. Сначала котик вел себя осторожно, не знал, чего ждать от людей, но вскоре освоился и ко всем привык. Ласковый Пушин не переставал молчать и радоваться, но при этом он тосковал в стационаре. Постепенно он поправлялся, набирал вес и становился вновь похожим на домашнего кота. Пушин не остался в одиночестве. Вскоре нашлась семья, которая захотела его забрать. Теперь кот счастлив. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, узнаете еще много интересного.